Привет всем из Одессы. Сегодня 30 сентября 2024 год. Мы с вами в Аркадии у Черного моря. Что-то у нас сегодня в небе непонятное происходит. Как-то затянуло весь город. Пишут, что к нам идет какая-то полевая буря. Некоторые города уже накрыло, такие как Харьков, Полтава, Днепр. Там вообще люди говорят, нечем дышать. У нас пока что дышать есть чем, но небо какое-то затянутое. Причем практически целый день такая вот обстановка. Смотрите, ни поселок Котовского, ни Южный вообще не видно. Бывает небо настолько ясное, чистое, что и поселок, и Южный, все это фонтан, кочебанка, как на ладони, ты его все это видишь. А сейчас вообще просто, как будто бы там ничего нет. Люди купаются еще, смотрите. В море. Море сегодня спокойное, чистенькое, кстати говоря, не красное. И относительно спокойное. Даже вчера волны были побольше. Вот. И обстановка у нас тоже спокойная. За целый день не было ни одной воздушной тревоги. То единственная была, я вам о ней сообщал еще утром. А так, в принципе, все тихо. Тихо, мирно и спокойно. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.